Многие пользователи спрашивают, как и сколько жарить грибы, то есть вешенку. Смотрите, в этой сковородке я порезала такими небольшими кусочками вот грибочки и уложила, они жарятся уже где-то у меня 5 минут. Вот. Они сначала меняют цвет. Становится такой светло-светло, ну как бы светлый, не белый совсем, но вот такой светленький. Вот рядом сковородка жарится больше 5 минут, они уже поменяли цвет на серный. Вот они уже, это минуточка, и уже готовы будут. Я еще раз помешала. Вот солю обычно пенце. Вот перемешала, вот минуточка две, и вот такие левые уже готовы. Вот. Теперь смотрите, эти дожариваю, ну фактически тоже можно уже мешать, в принципе там не сильно важно, когда там солить. Одни хозяйки в начале жарки их солят, другие там в конце. Я не заморачиваюсь. Когда посолю, тогда уже будет готово. Вот. Можно вообще-то лучок туда. Вот. А у меня там было один ящичек грибов. Я их всех порезала. Вот. И сделала из них 3 сковородки. Вот, смотрите, вот эти уже готовы. Это самая первая у меня партия. Вот. Из одного ящика у меня получается вот примерно где-то вот такая. Одна, вторая и третья. У меня миска будет. Значит, вот выключаю. Можно уже их забирать. Давайте еще чуточку. Ну, в принципе, иногда можно закрывать с крышку. Это уже как каждая хозяйка делает, как ей угодно будет. Вот. Потом, если надо сделать соус, я к этим грибам добавляю сметану. Сметана может быть или кислая, но лучше сладенькой сметаны, и тогда соус будет такой сладенький, такой вкусненький. Подходит и ко всему, к картошке, и к гречке, ну, все, что у вас есть под рукой. Все. А в данном случае я просто делала их сухими, а завтра утром буду думать, что там добавлять. Все, выключила. Спасибо всем за внимание.